Приветствую всех всем на канале, и сегодня у нас самая интересная модификация буханки. Это вездеход. Так, начнем с того, что будем ремонтировать. Но для того, чтобы отремонтировать, нужно сначала все разобрать. Так, теперь я уже очень сильно прошаренный по разбору, поэтому не составит никакого труда нам разобрать. Так, снимаем передние амортизаторы, переднюю подвеску. Так, переходим к задней подвеске, снимаем колеса. Так, тормоза, амортизаторы и подвеску. Так, ну рессоры у нас в хорошем состоянии, это очень радует. Так, задний мост. Устанавливаем два болта. Так, и колеса. Колеса мы, к сожалению, сейчас поставить не сможем, поэтому ремонтируем передний мост. Так, ага, передний мост установлен. Так, передние амортизаторы, вакуумный усилитель, рулевой механизм. Так, ребята, все отремонтировано. Так, ремонтируем раздаточную коробку, выхлопную систему. Так, и пошли все ставить. Так, рулевой механизм. Один болтик, вот он у нас. О, а, вот он, с этой стороны. Ё-моё, там тыкают. Чего не попадает? Так, и ставим. Так, задним пока что не можем поставить, да? У нас нету задних амортизаторов. Ставим передние колеса. Так. Так, бензобак. И задний карданный вал. Так, я не знаю, можем установить сейчас? Нет, да. Он у нас установился. Так, и погнали. Чего у нас нету? Задние тормоза. Гусеницы. Покупаем вот гусеницы. Вот. В принципе, для этой модификации было бы круто еще вездеходные колеса, такие как у Нивы. У кого еще вездеходная версия была? УАЗика, вот, вот такие вот широкие, крутые колеса. Но вот, к сожалению, разработчики сделали поинтересней. Вот такие у нас громадные колеса, и я сейчас понял, какую ошибку я совершил. Снимаем наши передние колеса, которые мы отремонтировали, которые мы установили. Ну, потом они нам, может быть, пригодятся. Так, устанавливаем с этой стороны. Выглядит довольно-таки необычно, вот честно. Круто. А вот такая вот у нас ходовая, и чего-то у нас не хватает. Что же? Так. Так, ну амортизаторы задние. Вот, все, ребят, все собрано. И переходим к нашей божественной буханке. Буханка у нас, модификация называется пассажирская. Да, вы не ослышались. Со всеми прибамбасами, такими как лебедка, лестница. Вот. Так, ну, снимаем все, это мы уже все видели, знаем. Так, снимаем сначала. Ну, блин, да, все-таки все равно до конца я не запомнил. Снимаем все и вся. Так, задние двери. Угу. Так, крылья. И вот эту дверку у нас на двух болтах держится. Так, и у нас задний бампер, да? Угу, вот он. А вот запасное колесо, нифига, его даже видно не было. Так, ремонтируем основание. В принципе, что у нас тоже все самое, только вместо заглушек у нас стекла. Да, я правильно все понял? Так. А, вот, задняя панелька другая, кстати, отличается у нас. И покупаем стекла. Так, стекла вот у нас по 30. Ну, дверные пороги. А так, стекло заднего правого крыла, лестница, лебедка, пассажирский интерьер. Все скупаем. Вот, все допы, которых не было в прошлой модификации. Так, и собираем заднюю пассажирскую панелька. Ага, что-то у нас не хватает. Чё. Вот, интерьер мы поставили с вами. А, так, ремонтируем переднюю панель. Такой интересный лаймовый цвет, изначально он был у буханки. Вот, но мы будем красить не в него. Мне понравился цвет седана, да, такой бирюзовый. Но это уже было, поэтому покрасим, наверное,
светло-голубой, потому что эти оттенки контрастируют. Ну, в принципе, лимоны тоже, но... Блин, лимонная буханка, не знаю, мне что-то как-то не очень нравится. Вот. Пишите в комментах, какой вот вам цвет буханки нравится больше всего. Может, вы видели какую-нибудь буханку, она вам понравилась. Вот. Ну, в принципе, что буханка, она как буханка. У меня, когда кто-то говорит о буханке, именно вот эта картинка всплывает. Вот эта серая буханка, вся переваренная, сваренная. Так, установим передний бампер, вездеход, дверные пороги, стекла различные, лестница у нас вот такая вот из профтрубы, походу, сделанная самодельная. Так, багажник на крышу. Походу же для вещей, потому что как бы пассажирский, да, и не предназначен, нету ничего для того, чтобы сумки какие-то положить, вот. Лебедка. Походу это буханка создана для того, чтобы... Так, что-то не хватает у нас, да? А почему не могу? А, это запасное колесо грузовик. Такое ощущение, как будто это как раз для экстремальных каких-то экскурсий предназначена буханка, потому что у нее и лебедка, и лестница, и запаска. Вот, такие колеса крутые. И вот, может, даже на зимней экспедиции подойдет. И вот если это зимняя экспедиция, то наш цвет будет в тему. Ну, белый, это скучно. Вот, много машин уже было с белого цвета у нас. Вроде как. Так, ветровое колесо... колесо. Ветровое стекло у нас установлено, и нужно правую дверь. А, у нас нету ее, кстати, да? Угу. Так, купили дверку. Ставим и стекла. Вот, стекло установлено, и у нас что-то по этой стороне нет стекла. Так, это у нас левая сторона получается. Нет, правая вроде. Да. Так, и ставим стекла. Угу. Это левое крыло, это правое. Вот, как раз со стороной мы не очень угадали. Так, что у нас не хватает сейчас? Что, чего, где? Блин, бампер. Да, задний бампер вот у нас. Походу бамперов не хватало, да. Вот, все, ребят, буханка у нас собрана. Так необычно у нас смотрится. Так, и как я говорил, давайте покрасим светло-голубой. Вот такое вот, это вот что-то среднее между бирюзовым и голубым. Так, черные колеса у нас и тонировочка на 13. Выглядит зачетно. Ну, как бы тонировка на 13, это круто, так как это и не темно, и не светло. Так, смотрим, как выглядит у нас на улице. Блин, массивные. Очень круто выглядит. Ну, маленькие какие-то у нее все-таки гусеницы.